Здарова, бойцы, это домашний канал Валерки, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil 2 Remake. Продолжаем. Так, я посмотрел, короче, прикинь, посмотрел, ну так, заглянул одним глазом, короче, в плейлист с Резидентом, который мы проходили ранее, вот. И знаешь, что я там увидел? Я увидел, что мы все-таки уже встречались с Тираном. Вот, мы уже встречались с ним. Это было для меня большое удивление, если честно. И значит, что на крыше, я не знаю, будет ли он на крыше или нет. Но с тобой мы сегодня отправимся именно туда, именно на крышу. Вот, посмотрим. Ну, я почему-то думаю, что да. Почему-то думаю, что да, он там появится и будет нас преследовать. В любом случае, нам надо туда, чтобы пробраться дальше. В полицейский участок, короче. Вот. Проникнем в полицейский участок и попробуем, наверное, открыть. Так, надо воду подать. Что-то у меня аж запершило. Да что такое? Запершило в горле. Короче, надо подать воду. Да. Надо переключить. Там что-то зомбари будут. Гнилые отродья. Странно, нет никого. Не вижу. Что у нас по патронам? 13 патронов. Давай-то! Тихо! Где ты там орешь? Где орешь? Вот, хорошо. Хорошо, идет, идет. Блин. Падай. Какая голова-то прочная. Твою-то мать. Ух ты ж, нифига себе. Внезапно. Два патрона так сразу. Так, сдохла ты или... Ты можешь ниже наклониться? Воу-воу, тихо. Ты можешь ниже наклониться? В смысле? А, тихо. Да чтоб тебя! Ага, стоит. Вот там один. Еще патроны. Еще патроны. Да. А теперь стреляет по одному. Как? Как это понимать? Отлично, упал. Сейчас я тебя... Ты сдох. Отлично, сдох. Сдох, у меня нет патронов. У меня нет патронов. Просто нет патронов. Нигде. Твою мать, у меня только ножик. Ладно, трава. Трава это тоже хорошо. Зеленая, причем. Причем зеленая трава. Зеленая трава. Так, пока мы комбинировать не будем. Найдем красную. В крайнем случае потом скомбинируем. Так, окей. Их тут всего двое, да, получается? Ладно. Отлично, допустим. Окей. Хорошо. Так, переключили. Одно дело сделано. Одно дело сделано. Погоди, а здесь у нас заколочено. Когда играли за Леона, короче, туда можно было пройти. Там была комната, по-моему, с сейвом или с ящиком, я вот не помню. Короче, какая-то там была комнатка. Окей, хорошо. Хорошо.
Тушим. Значит так, проберемся, короче, в эту... полицейский участок. С вами. Так, отлично. Хорош. 4 патрона. Живем. Проберемся в полицейский участок. Найдем ящик. У нас там можно сейф разгадать, да? Получается. Вооружение сгонять. И поставить шестеренку. А шестеренка у нас находится, по-моему, в библиотеке. Здрасте. Здорово. А где твоя шляпа? Ты шляпу потерял, чувак? Свою не дам. Свою не дам. И даже не бегай за мной, я свою шляпу тебе не дам. Ух ты, какой он быстрый-то. Какой он быстрый. Там аптечка, аптечка. Трава, да? Бери. Отлично, красная, 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 красная трава. Беги, бегом, бегом. Бегом. Отлично, еще трава. Набери ты. Еще зеленая трава. Куда-нибудь. Куда-нибудь от этого. Отлично. Отлично. А, комната... Ой, комната. Зал с сейвом. Здесь от него не спрятаться. Это говно будет за нами бегать. Так что надо как-то... Надо как-то его... Так, это что? Отлично. Сохранка. Надо как-то его, короче... Убежать от него. А, вот сюда он не зайдет. Да, сюда он не заходит. Отлично. Все, стой там. Окей. Здесь, кстати, можно сохраниться. Но я пока этого делать не буду. Опа, опа. А вот где он шляпу просрал. Ладно, окей. Давай смешаем траву. Объединить, наверное, вот так вот с зеленой. Отлично, хорош. Хранить, вот это тоже храним, и вот это тоже храним. Что мы еще уберем? Давай берем УЗИшку. Берем УЗИшку, а возьмем запчасть. Окей. Возьмем запчасть с тобой. А шестеренку сейчас брать или не брать? А, погоди, нам еще пленку надо. Да, пленку. Давай туда и отправимся, короче, сейчас. Идем, короче, первым делом с тобой. Тупает. Тупает, он потерял нас. Поверху ходит. Наверху. Там? Ходит наверху. Ушел? Ты ушел? Ушел. А, ладно. Идем, короче... Погоди, давай вот здесь. Пойдемся. Здесь как раз, да. Здесь как раз, да. Здесь у нас убиты? Нет, смотри. Шеволится вроде. Так, вот там сейф. Ах ты падла. Здесь тоже сидит. Живет или нет? Ой, их тут двое даже. Так, сейф здесь открыт или нет? Открыт. Мы здесь уже побывали. Допустим. Эти чуваки дохлые, не встанут. Окей, лезем. Погоди, тихо ты. Тихо, 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 куда уполз? А, ну правильно, правильно, ползи, ползи. Я пока зайду сюда.
Окей. Так, что мы можем взять? Так, ножик нам не надо. Тут мы все взяли с тобой. Патроны для гранатомета. Подсумок. Подсумок, да. 202. 202 или 203? 203. 203. Окей. Так. Ага, хрен мы возьмем подсумок, короче, да, с тобой. Хрен. Хреново лысого. Подсумок пока не возьмем. 206. Открыто. 208. Для гранатомета, короче. Давай, наверное, возьмем для гранатомета. Так, окей. Пользовать. Это два же, да? Окей, хорошо. 200. Ага, открылось 208. Можем открыть 206, по-моему, да? Она вроде тоже закрыта. 200. Ай! Так, 102. 102 мы можем. Тихо. Где? Где-то топает. Так, 102. Пленочка. А интересно, они могут, они соединятся, пленки? А есть место? А, есть место. Так, 103. 103. И 103, и здесь, в принципе, больше шкафчиков не будет. Ага, ага, сейчас. А, размечтался. 103 мы не откроем. Он здесь, он здесь. Слышишь, да? А, нет, он где-то. Я не могу понять, где он топает. А звук проходит везде. Так, 208. А, 208. Открыто. Убираем. Короче, у нас осталась тройка. Подсумок, короче, и... ножик. Подсумок и ножик. Ладно, допустим, окей, хорошо. Идем проявлять пленку. Что ты там встал-то? Подло у двери встал. И как мне, по-твоему, теперь выйти? Вот. Пошел отсюда. Пошел, говорю, отсюда. Оу, оу. Слышал, слышал? А, нет. Не показалось. А, блин. Так, ушел. Оу! Ушел, говорю. Нет. Тихо, 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 тихо. Где ты, дядя? Где ты, дядя? Вот это я влип, вот это я встрял, вот это жопа. Дядя, дядя, не надо. Давай сделаем вид, что ты меня не видел, что ты меня не нашел. Дяденька, пожалуйста. Дяденька, нет. Дядя, дядя, нет. Лысый хрен. Пошел, пошел, пошел. Че, рискнем?
Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ёб твою мать! А-а-а, твою мать! Бегом, 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 бегом! Это было сейчас напряжно. Жесть. Это было сейчас просто жестоко. Это было настолько жестоко. Порох убери. Окей, так, деталька. Деталька нет. Ручная граната, кстати, у нас. Окей. Окей. Нам бы в идеале, блин, скомбинировать бы эти травы. Просто смысла одну зеленую траву съедать, она толком ничего не прибавит. Да ладно, давай сидим. Ага, ага, сейчас, ага. Хранить. Я сейчас тупо, короче... Тупо потратил. Зеленую траву глупо, короче, я это сделал сейчас. Глупо, очень глупо. Так, ладно. Надо проявить пленочку. Шкафчик на третьем этаже. ДЦМ. ДЦМ. Шкафчик на третьем этаже. На третий этаж. На третий этаж нам надо еще подняться. Будет. Зайти в шкафчик. Там, в принципе, через, я не, вот не помню, через третий, что ли, этаж, можно пройти в библиотеку как раз еще. Давай заодно возьмем, на всякий случай, шестеренку. Потому что у меня такое вот впечатление, что мы в библиотеку с вами попадем. Так, окей. Ушли там? Утихло все? За баритом что-то шевелится. Это непонятно. Они дохлые или это просто подгружается? Опять где-то здесь. Наверху. Что с музыкой? Что с музыкой? Блин, у меня такое ощущение, как будто он прямо вот слева со мной находится. О, здрасте. Ты где? Ты за дверью? Ку-ку. Фонарик он видит? Дядя, ты ушел? А, погоди. Он, похоже, ушел, но он, похоже, наверху. Зомби, походу, дохлые. От шкафчика на третьем этаже. На третьем этаже от шкафчика. Погоди, это второй этаж. Это у нас второй этаж. Здесь есть что-то? Нет, здесь ничего, ничего нет. Так, здесь что у нас? Здесь шкафчики облутаны, нет? Да, здесь все у нас облутано. Здесь мы пыли. Окей, допустим. А в этом, в офисе Старса мы все забрали?
Здесь, кстати, лизуна нет. Заметили? Так, вот он, офис Старс, да? Здесь я все забрал? Аптечку. Лутал? Да. Похоже, да. Флешку я вставлял. Вот, смотри, дверь открыта. В хранилище. Здесь я, наверное, брал УЗИшку, да, по-моему? УЗИшку я здесь взял. Или гранатомет. Не, УЗБшка не нужна. Не надо. Здесь тоже все взято. Окей, я сюда зря зашел. Так, лизуна здесь нет. Похоже. Ладно, идем с тобой на третий этаж. Пока вроде не слышу. Опа. Да, мы, наверное, здесь сейчас в библиотеку сможем пройти. Главное, чтобы этот утырок лысый здесь не появился. Так, шкафчик на третьем этаже. ДЦМ. Тут, кстати, по-моему, лизун. Опачки. Патроны для УЗИ. Хорошо. Соточка пригодится, живем. Надо теперь УЗИшку забрать обратно. Так. Пока не слышу. Пока лизуна я не слышу. Теперь слышу. Хорош, теперь слышу. Блин, а как мне мимо него пройти? Вот та-та-та-та. Тихо, не приближайся ко мне, падла. Ты можешь наверх залезть? Блин. Это чё, он намекает на то, что мне надо в обход проходить? Библиотеку. Он не даст пройти. Слышу лысый. Вот козел, а вот он не даст пройти. Где ты там шумишь-то? Ёп! Нет! А как я тебя бегу-то теперь? Твою мать! Пошел! Пошел! Бегом! Что стало? Беги! Давай! Так, в какую сторону? Куда? Где? В какую сторону бежать? Вниз! Спрыгивай с лестницы, спрыгивай! По перилам едь! В сейв-рум! Жестко, я аптечки, короче, трачу как... Вообще просто как могу. Бегом. Молодец. Как раз УЗИшку возьму. УЗИ я сейчас возьму.
Да жесть какая-то, ну почему я столько аптечек-то трачу, но... Хватит уже. Хорош. Зи. Так. Печка. Готово. Во падла, лысая. Во падла. Так, ладно, идем в обход. Там смысла нет. Там лизун не даст пройти. А тут прикончили лизуна, нет? Этот же лысый хрен, он может это также лизунов, короче, зомбаков убивать. Так, хорош. Интересно, если мы бегаем, мы привлекаем внимание тирана. Или лучше пешочком ходить. Гади, давай сбегаем, короче. Сейф. Этот сейф у нас не открыт. Так, погоди. А какой код-то, я не помню уже. А, инструкция по... Нет, не тот. Не то, там что-то было, короче. Вот, приклеен. Ага. А, 6 слева, 2 вправо, 11 лево. 6 слева, 2 вправо, 11 лево. 6 влево. 2 вправо, 11 лево. Я думал, какой-то щелчок должен быть. Большой магазин. Большой магазин для чего? Большой магазин, деталь увеличивает емкость магазина до 26 патронов, сокращает время перезарядки. Это не для этого? Или это для пистолета? Извините. Это для пистолета, скорее всего. Окей, допустим, ладно. Мы, кстати, не были еще вон там. В дверях не во всех. Ну, да ладно, давай. Он наверху, да? Давай сходим в библиотеку, попробуем. Так, он поверху ходит. О, твою мать, какое нахер поверху? Ты о чем вообще говоришь, дура? Какой нахер вверх? Вот это было внезапно. Вот это было внезапно. Я не понимаю, я не могу ориентироваться по звуку. Он как будто везде просто находится. Так, ты говнецо. Потерял меня, походу. Опять, опять, блин, жизни опасно. Опасно, жесть. Ты выйдешь сюда? Выйдешь ко мне на улицу? Я долго буду мокнуть, тебя ждать здесь. О, здрасте. Давай, 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 давай. Ну, подожми. Поднажми. Осталось только спуститься вниз. Отлично.
отлично. Какой он дотошный-то, какой дотошный-то. Ашнотик, переросток. Окей, ладно. Окей, ладно. Я всю траву, короче. Всю траву, короче. Здоровье. Очень, очень много аптечек трачу, очень много. Окей, ладно, тогда, короче, сохраняемся, друзья. В библиотеку уже отправимся в следующей серии. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на плейлист будет в описании. И с вами был Валерий. Всем пока.